Результат матча удивил всех, кто следил за игрой «Надежды» в Евролиге. Несмотря на то, что желто-бордовые отлично провели начало встречи и выиграли первую четверть с преимуществом в 3 очка, остальные три отрезка игры наша команда уступила гостям. В итоге победа аутсайдера группы «Б» со счетом 60-50. Для полковицы это первая победа в 10 матчах нынешнего розыгрыша Евролиги, а для нашей команды это третье поражение подряд. Для нас это была очень тяжелая игра. В Евролиге у нас до сих пор не очень хорошо все складывалось. Не хватало удачи, не было побед. И мы были обеспокоены перед началом сегодняшней игры, потому что ожидали тяжелой борьбы. Но, к счастью для нас, все получилось. Сейчас очень приятно чувствовать вкус победы, поскольку мы играли против сильной команды. Мы считаем, что «Надежда» — это сильная команда, у которой прекрасный и уважаемый тренер. Я много лет уже слежу за его работой. Он действительно добился больших результатов. Не все у нас получалось сегодня. Были проблемы с подбором. Но, тем не менее, нам как-то удалось найти баланс в игре и, может быть, за счет защиты как-то отыграться, и поэтому мы победили. Я думаю, тут все довольно просто. Игру вы видели. По поводу статистики говорить не приходится. 20 очков после первой половины матча с таким процентом реализации не то что в Евролиге, даже в российской лиге никого не сможем выиграть. Динамика у нас, к сожалению, по-прежнему отрицательная на протяжении последних 5-6 игр. Игра команды идет на спад. И я просто вижу, что игроки не верят в себя. И это, возможно, является одной из основных проблем. Но, тем не менее, я буду продолжать свою работу. Нам нужно возвращаться, находить... Поддержать команду можно уже в это воскресенье в матче с «Казаночкой». Встреча состоится 29 января в СКК «Оренбуржье», начало в 17:00. Артем Смедюк, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ. И так как мы ее проиграли, то сейчас уже все не ясно. Но тем не менее мы будем продолжать работу дальше.